Более 20 предметов быта и аксессуаров конца 19-го, первой половины 20 веков, изготовленные из перламутра или декорированные им, представлены на камерной выставке «Перламутр. Красота, рожденная морем» в выставочном зале на Покровской. Это письменные принадлежности, украшения, веера, кошельки, предметы кухонной утвари, украшенные перламутром и многое другое. Перламутр в переводе с немецкого означает «мать жемчуга». А это вещество является внутренним слоем моллюсков, как речных, так и морских. Речной перламутр бывает только белого цвета. Морской может быть и других цветов. Самым ценным перламутром считается, который изготавливается из моллюска «холиотис». Добывается перламутр по всему миру. На Руси первые упоминания о перламутре относятся к X веку. Его так же, как и жемчуг, добывают из раковин створчатых моллюсков. На практике он не является ни самоцветом, ни минералом. Оказывается, это особое биологическое вещество, по факту состоящее из частичек карбоната кальция, которые скреплены между собой конхиолином. Считается, что перламутр обладает магическими свойствами и может принести в брак благополучие, укрепить семейные узы и избавить от сглаза. Сегодня в рамках открытия выставки мы создали такой мастер-класс, который называется «Уютный уголок. Морской бриз». Мастер-класс представляет собой композицию из природных материалов. В итоге у участников мастер-класса получится интерьерное украшение. Для его изготовления используется дерево, камни, ну и раковины, да, поскольку у нас выставка носит название «Перламутр». Выставка будет работать до 20 августа. Планируется проведение мастер-классов по изготовлению интерьерной миниатюры из экологичных материалов «Уютный уголок. Морской бриз». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.